что с ней? Почему она летает? Ха-ха! Тебе сейчас смешно? Мне очень стыдно, честно вам скажу. Очень стыдно. О, боже мой. Очнись, Том! Очнись! Привет, меня зовут Пози. Прошлый ролик про говорящего Бена вам настолько понравился, что я решил записать ролик про говорящего кота. Очень много игр про говорящего кота Тома. И давайте мы с вами начнем с «Мой Том 2». О, смотрите, какая забавная заставка. Это что такое фиолетовое? Это фиолетовая куча? Как же я устал постоянно заполнять свой год рождения. Все же прекрасно знают, что 2008-й. 2008-й! Итак, в коробке прилетел кот Том. Это маленький кот Том. Теперь мы с вами знаем, откуда он появился. Его принес шарик. Фиолетовый шар с воздуха. Все понятно. Говорящий кот Том — это посланец пришельцев. Надеюсь, я ему сейчас не дам случайно ляписа. Тянем вверх и... О! Мы его заанбоксили! Вот это я понимаю новые анбоксинги на ютубчике. Так, что делаем? О! Я его подкинул! Что? Как ты себе не сломал свои маленькие лапки? Я не понимаю! Ладно, хорошо, давайте мы с вами его еще раз подкинем. Хо-хо-хо-хо-хо. Кажется, он там захавал птицу. Я только что видел перья. Я уверен, что это был орел. 100%. Так, нам нужно его с вами покормить. Палец показывает на кормежку. Нажимаем. И... Это что, говорящая крыса? Это хлеб был? Это был живой хлеб? Хлеб или крыса? Ребят, напишите в комменты прямо сейчас. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Там сейчас много интересного контента. Давайте мы с вами его покормим морковкой. Отлично. Мы пополнили его запас еды. Видимо, ему не понравилось морковь. А, нет, он хочет в туалет. А если я его сейчас подкину, что с ним произойдет? Он не обосрался, это уже хорошо. Нажимаем с вами на туалет. Зачем он делает вот так? Вы тоже, когда хотите в туалет, делаете вот так. Так, хорошо. Нажимаем на туалет. Что ж, сейчас он делает свои дела. Да, это реально говорящий хлеб! Я не верю, что это мышь! Так, хорошо, давайте мы с вами нажмем теперь на сон. Стоп, серьезно? Сейчас же день за окном. Вы посмотрите на окно. Ты реально живешь как кот. И вот та самая странная штука. То самое чудовище из ада. Ладно, ладно, это я преувеличил. Не думаю, что он бы повесил себе картину чудовища из ада. У него что там, окна бесконечные? Он упал куда-то в подвал? Ты там живой? Ну-ка, давай еще раз. Нифига себе. В этот раз был совершенно другой звук. Ты там живой? Что ж, это достаточно живучий кот. Давайте, кладем его в кроватку. Баюшки, баю, не усни ты на краю. Придет серенький волчок и... Сожрет тебя, потому что он не любит кошек. Давайте мы его с вами назовем... О, опять этот чудик. Так, ладно, куда он упрыгал? Он включил свет. Так этот чудик получается еще и тролль. Может быть, это вообще бес? Полтергейст, который живет в доме. О, мы можем его отправить сейчас на самолетике куда-то. О, нифига себе, вот это я понимаю у него развлечение. Так этот говорящий Том получается богач. Он по выходным летает на своем частном самолетике. Вместе со своей крысой. О, нифига себе, тут есть и другие острова, ничего себе. Мы можем с вами сейчас разблокировать подарочек какой-то. Это, видимо, он так быстро слетал на Гавайи. Забрал себе сувенирчики. Просто слетал пошопиться на острова на своем частном самолете. Ох уж это жизнь говорящего кота. Так, хорошо, нажимаем с вами на карточку. Собираем с вами перец и яблоко. 15 монеточек, 20 звездочек. Что за звездочки? Надеюсь, это не основная валюта. Так, и купальный костюм, конечно. Для Гавайев он пригодится этому говорящему коту. Нажимаем с вами попробовать. Открываем с вами шкаф. Мы с вами его переодели в купальный костюм. Слушайте, мне эта игра намного больше нравится, чем первая часть про говорящего кота Тома, где мы просто с вами его пугаем говорящим Беном. Что ж, собираем с вами яблоки и мыло. Опять арбузы. Так, видимо, он любит деликатесы. Хорошо, он питается только кексиками, арбузиками. В общем, все понятно. Вот эти рекламы в ТикТоке обожаю. Нажимаем с вами на картину. Это что, разукрашка? Так, нажимаем выбрать. Мне нужно разукрасить это чудовище. Конечно же, я его представлял себе красного цвета. Ведь он из ада. Добавим коричневого цвета сверху.
О, божечки мой. Это же какашка на машине. Катается на своей какашечной машине. Все вокруг коричневое, а земля красная. Потому что, напомню вам, он пришел из тех мест, куда не ступает нога человека. Там светит кровавая луна. Оу, нифига себе ты, вонючка. Вот это ты провонялся. Когда он успел испачкаться? Боже! Как мне тебя почистить? Что мне с тобой сделать? Эй, может быть, получится блок с него скинуть как-то? Давай, чистись! Он еще и прилипает к стенам. В него вселились демоны! Нифига себе! Он может перемещаться по потолку! Так, а это что за письмо? Давайте мы с вами нажмем. А, задонатить! Слушайте, этот магазин мне напоминает по ценам гимасики в Brawl Stars. Вот прям один в один, смотрите. 9300 рублей! Браво! О, это бесплатные 1000 монеточек? Чтобы что? Чтобы еще раз полетать? Мне нужно, видимо, слетать на другие острова, чтобы искупаться. Давай, лети там на свои острова. О, он, кстати, очистился. Нифига себе, это что, баг какой-то? Так, что это за шкатулка? Опа, нажимаем. Что нам сейчас выпадет? Это Леон! Шучу, какой нафиг Леон? Домино, бабки, звезды. Новый самолет. Здесь можно кастомизировать свои самолеты. Нифига себе. Какой здесь самый крутой самолет, как вы думаете? Видимо, вот этот. Самолет-тыква. Что ж, летать на тыкве не так уж и круто. Я думал, Ламборджини. Опять открываем эту шкатулку. Монеты. Что это? Ярмарочная приставка? Я что, сейчас могу сыграть в приставку, блин? Что за волшебная шляпа? Что? Это все проделки доктора Стрэнджа. Сейчас он кастует свою магию. И опа, баллы для самолета. Класс, он себе наколдовал еще один самолет. Теперь мы с вами знаем, откуда у него столько денег. Может быть, поэтому у этой игры 500 миллионов скачек? Может быть, он их себе наколдовал? Нифига себе, я могу так бесконечно набирать себе опыт. Похоже, я нашел лайфхак. Я с легкостью прохожу все эти уровни. Та-дам! О, он перевоплотился. Кого? Он только что превратился в какого-то лепрекона на секунду. Что ж, мне нравится эта игра, она интересная, но давайте мы с вами поиграем в Говорящего Тома 2. Это, знаете, кот Том, который немножечко постарел. Очнись, Том! Очнись! Проснись! А, стоп, так я же уже играл в эту игру. Насколько же это тупо. Если вы еще не закрыли ролик после этого момента, поставьте лайкос. Давайте мы с вами соберем 100 тысяч лайков, и тогда я сыграю в еще более безумные игры про говорящего Тома. Тут есть игра, которая называется Том. Это, кажись, его ребенок. Тот Том выглядел намного старше. Лет так на 50. Так, хорошо, что мы можем с вами сделать? Он может пердеть. Класс! Оу! Он показывает рот, он теперь хочет поесть. Ты серьезно? Пердеть и есть. Камон! Ладно, хорошо, давайте нажмем с вами на лапу. И зачем ты расцарапал мне экран? У меня от этого звука мурашки появляются. Ему вообще все равно. Он просто взял и расцарапал мой экран. Мы можем с вами посмотреть рекламу и заработать ему... Вау, нифига себе, мороженое, батон, перец. Арбуз! Ладно, давайте посмотрим рекламу. Где еда? Где мне ее достать? О, да, получалище! Мне пришлось посмотреть кучу рекламы, чтобы тебя прокормить! Посмотри на свою жирную морду! Ну ладно, приходи в себя. Давай, чувак. Вот заканчивай весь этот цирк. О, да! Реклама KFC! О, посмотрите на эти деликатесы. Давай, скушай перчик. Я недавно съел такой перчик. Да, и я примерно так бегал по всему заведению. Воды! Воды! Давайте он выпьет молочка. Нифига себе у него трубочка. Нормально. Я как будто попал в новый фильм про Шрека. Так, а если нажмем на багет? Нажимаем на тортик. А это не тортик. Это типа я дал ему леща? То есть получается все это время я стоял перед ним. Том, моргни мне один раз, если тебя здесь держат. Он моргнул 2 раза! Это означает да-да! 3 раза! Ущищ! Так, ребята, меня это пугает. Ладно, давай, скушай мороженку. Сейчас у него мозги обледенеют, да? А, нет, у него язык прилип к мороженому. Но такого же не может произойти с мороженым. Ладно, если нажмем на арбуз, ты его сам сможешь съесть? Ух ты. Ух ты. Нифига себе. И, в принципе, на этом вся еда заканчивается. Давайте сыграем следующую игру про кота Тома. Что это? Сундук сокровищ. Опа. Футбольный мяч. Так. Лови.
О! Это что, Рональдиньо? Нифига себе! Это Лионель Месси! И он опять хочет в туалет. Он поиграл, и он все время предлагает сходить в сортир. Так, ладно, чувак, давай, падай на толчок. Оу! Она убежала. Из-за того, что он там настолько сильно навонял. Так, ладно, идем в ту сторону. Давайте мы с вами искупаем его. А, он не хочет сюда запрыгивать. А, типа коты боятся ванны? Что с ним? Он телепортируется? Выходим с вами на улицу. О, это его подруга. Эй, здорово! О, уроки пикапа. Так, что мне нужно сделать? Нам нужно с вами их соединить. Они сейчас общаются, обнимаются. Вот это я понимаю, пикапер! 5 секунд пообщался, все, у него есть девушка. Она ему подарила даже звездочки. Так, получили с вами билет на автобус. Что ж, давайте мы с вами прокатимся с ней на автобусе. Давай, запрыгивай. Поехали. Они отправляются в мировое турне. Путешествовать по всему миру. А, нет, по городу. Подождите. Мы можем с вами съездить в этот магазин рисования. Ага. Выбираем пакетик. Ладно, нажимаем на фиолетовую упаковку. Выпадает 2 семечка. Класс. Давайте вот этот пакет откроем. Вау! Что это? Это какая-то штука для инъекции? Так. Пакетик какой-то и... Засохшая пицца. Класс. Давно ли она там крутится? Мне предлагают открыть пак. Так. Откроем левую картинку. Новинка. Невероятная игра. Так, нам нужно с вами вклеить вкладыши в этот альбом. Да, я помню этот самый день, когда с ней познакомился. Она пела в микрофон у меня дома, и я подумал, что это Леди Гага. Стоп, а куда делся Том? Что она здесь делает? Он ищет футбольный мяч. Так, где же футбольный мяч? Футбольный мяч у нас в гостиной, не на улице. О, сейчас пробью ему пенальти. Знаете, однажды мне пробивали пенальти, и я таким образом сломал себе руку. Надеюсь, ты не попадешь в мою ситуацию. Удар и гол! Ребята, мне кажется, или это новая FIFA? Я заработал 50 автобусов. Мы еще с вами не играли в Hang Dog Rush. Вот это звучит максимально безумно. Нажимаем с вами Go и понеслась. Так. О! Перепрыгнул. Нифига себе! Это же реально Subway Surfer. Что ж, смогу ли я побить рекорд? Смотрите, у меня уже 550 очков. Нифига себе. Так, ладно. Я считаю, для первой попытки это очень даже неплохо. И мне кажется, или эта игра действительно намного легче, чем Subway Surfer. Она как будто просто для супер-новичков, которые ни разу не играли в подобные игры. Это прям, знаете, детская версия Subway Surfer. Честно признаюсь, что это за сирена? О, божечки мой, чуть коленку себе не сломал. Ну ты там поаккуратнее бегай, летающий кот! Фу, я собрал X2, кажись. О, боже! Так, хорошо. Здесь игра уже потихонечку ускоряется. Становится тяжелее. Максимальная фокусировка. Так, здесь уже появились автобусы, которые двигаются. Бегать по проезжей части — это полный отстой. Никогда так не делайте. Иначе станете как этот кот. Так, 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 да! А что мне нужно было сделать? Ну все, конец. Все, на этом финиш. Я хочу вернуться к Тому и его друзья. Эта игра дружелюбная, здесь не нужно уворачиваться от автобусов. Так, она хочет в туалет. Как мне ее отправить в туалет? Где здесь туалет? Все, давай, иди, занимайся своими делами, возвращаемся к Тому. Давай с тобой сыграем в приставку. Прыгучие ягоды, веселье в бассейне, перепутанные шарики, змеи и лестницы. Стоп, при чем здесь змеи и лестницы? Подождите. Небесный скейтер. Вот эта игра звучит интересно. Так, мы с вами катаемся по воздуху и просто едем по прямой. А-а-а! Мы строим дорожку. Нифига себе, это игра в игре. Ничего себе. Зачем играть в другие игры про говорящего Тома, если... Я сбил птицу! А! Мой скейт чуть не сломался. Я еще какую-то железяку протаранил. Боже, мне страшно играть в эту игру. Это почти как во Флэппи Бёрд. Так. О, смотрите. Нифига себе, что за трюки? Это покруче Тони Хоука, честно вам признаюсь. Главное, чтобы меня сейчас какая-нибудь птица здесь не протаранила. Не, ну слушайте, эта игра определенно связана с магией. Потому что откуда появляется дорога? Это что за бесконечная змеюка? Оу. Тому конец. Что означает веселье в бассейне? А, это видимо как Слизарио. А, нет, нам нужно таранить друг друга. Победа! Что ж, эта игра была слишком быстрой и слишком простой. Одному в эту игру, мне кажется, играть достаточно скучно. О, игроки присоединяются! Ничего себе! Это что, онлайн-игра? Так, ладно, хорошо, это игра на выживание! Я стану королем этого бассейна. Кажется, я получил какой-то буст, и, видимо, я сейчас буду сильнее толкаться. Я хочу теперь этого песика вытолкнуть. Потому что все мы с вами прекрасно знаем, что песики не очень хорошо ладят с котами. Это ж кролик из Зверополиса. Так, полетел. Все, мы остались с одним пёселем.
Нифига себе, я огромный! Я увеличился в размерах! Победа! Фух, ребята, что за потная игра? Я считаю, что по этой игре должно появиться киберспортивное мероприятие. Это круче, чем CSGO и Dota вместе взятые. Ладно, теперь ты хочешь в сортир. Ну, камон, почему вы по очереди гоняете в сортир? Она хочет почитать книжки. А где мне найти здесь книжки? Тут вообще есть книжки? Ага, вот книженцы. А, что это? А, это альбом. Так, окей, кажется, я уже начинаю потихонечку разбираться в этой игре. Не знаю, для чего мне это. Ну да ладно, все, ложись спать. О, смотрите, она пополняет запасы своей энергии. Она так мило уснула. О, это так мило. Так, где наш Том? О, он все еще серит. Нормально он там пердит. Тебе вообще нормально? Тут даже дверь не закрывается. Ты просто пердишь жестко на всю квартиру. Мне очень стыдно, честно вам скажу. Очень стыдно. О, боже мой. Пока он пердит, нажмите на красную кнопку подписаться. Большое вам спасибо. Ты там закончил свои дела? Нет? Надо же! Все, спокойно вышел из толчка. И куда ты идешь? Ты идешь к календарику? К какому календарику? Может, тебе руки нужно помыть? А, мы можем его с вами сейчас пропылесосить. Нет, пропылесосить у нас нормально не получится. Хорошо, может быть, мы его сейчас отправим куда-нибудь в грядке? О, работает на грядке. Ладно, хороший помощничек. Сейчас морковь там посадит, картошку. Это симулятор фермера, я все понял. Мы с вами играем не в ту игру. А что мне делать? Ага, мне поливать нужно всю эту земельцу. А, для начала нужно семена посыпать, конечно. Что я поливаю? Я поливаю пустую землю. Я что, сумасшедшим, что ли? Так, поливаем все это дело водой. Чем больше мы с вами поливаем, тем быстрее эта полосочка заполняется. Когда перестаем поливать, она заполняется очень медленно. У меня вода закончилась. Все? Это он надо мной угорает. Да, Пози, 22 годика. Играет в говорящего Тома. Это хейтеры, которые бомбят мне в комменты. Так, я заработал звездочку. Чем я могу заняться дальше? Да где мне найти-то эти книжки? Я не понимаю. Ух, нифига себе, у него здесь участочек. Падай в воду. Ребята, нифига себе. А я даже и не знал, что здесь настолько большая территория. Давайте мы ее с вами переоденем. Так, а что здесь разблокировано? Только пижама. Ладно, пижама и этот колпак. Блендер, где мне найти тебе блендер? Ага, вот блендер. Так, давайте закинем сюда мороженку, банан. А котлету, котлету получится закинуть? Получилось бы отличное пойло. Кушай перчик. Дракон! Ладно, выпей свой смузи. Заешь картошкой. Картошку ешь. Что с ней? Почему она летает? Ха-ха! Тебе сейчас смешно? Я, если честно, больше не знаю, как мне в это играть. Так, ты что хочешь? Ты хочешь встретиться с Томом? Вот же он здесь. Все, они копают песок. Закапывают свои какашки. А, смотрите, тут тоже есть какая-то мини-игра. Мне нужно, видимо, порисовать проход для этой букашки. Вот сюда. Давай, ползи. Ровно по моему маршруту. Главное, чтобы они не столкнулись. О, идеальные тайминги. Все, мы поймали с вами всех букашек. Что за сложнейшие игры? Я считаю, что эти игры для людей с IQ больше 200. Что это за букашки? Это какие-то древние рептилии? Или древние насекомые? Мне не совсем понравилась эта игра. У вас очень скучная песочница, но они построили замок. Окей, чуваки, на этом мой ролик подходит к концу. Большое вам спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите два предыдущих ролика. И увидимся с вами в следующих видео. Адьос!